Ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию. Да едай ты колотить, ну ты от меня когда-то уже отстанешь наконец-то в этой жизни. Почему ты ко мне пристаешь? Слышь, ты закрой ротяку свою. Все в этой серии я тебя просто убью. Жопа тебе, понимаешь? Жопа. Короче, послушай сюда. Ты негодяй, скотина. Тебе пришел конец, потому что начиная со следующей серии я приглашу еще одного игрока, который будет за меня заступаться. Я уверен, то, что он будет меня охранять, начиная со следующей серии. Да, в этой серии ты еще меня можешь мучить, но начиная со следующей серии я буду быстрее всех перезаряжать пистолеты, автоматы и быстрее всех буду стрелять и в тебя, и во всех от... Закрой пасть, а! Закрой пасть! Иди сюда! Слышишь ты, вот ты, который сейчас на меня смотришь, вот ты! Да, вот ты сейчас на меня смотришь, прям на... вот сюда ты меня смотришь! Если ты сейчас не поставишь лайк, я ему руку сверну! Поэтому ставь лайк! И мне вообще плевать, понимаешь, плевать, кого ты там еще позовешь в следующей серии! Дебил! Ставьте лайк, Я его сейчас сюда вниз утащу, а если вы лайкусик не поставите... то ему будет жопа. Поэтому ставь лайк, пока не поздно. Иди сюда. Нет. Ну что, Евгений. Шо, ты хочешь меня перестрелить? Добро пожаловать. Честно тебе скажу, вот прям честно, Жека, тебе скажу. Ну? У тебя сегодня будет последняя возможность отыграться и победить меня. Ну, у меня нет такой возможности. Знаешь почему? Почему? Потому что в следующей серии наш уже трое будет. Уже втроем будем играть. Но я тебе не скажу с кем! Это большой секрет! Большой секрет! Я даже не знаю, с кем это мы можем поиграть, давай. Тоже тыкну. Да. Ай-я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 й
Джека руки. Так, хорошо. Ой, другая слава. Рука. Другая как рука. А, ты, честно, вот в предыдущей серии мы с тобой договаривались, да? Помнишь о чем? То, что ты будешь тренироваться вне серии. Ты тренировался? Нет. Как так? Как так, Джека? Эдисон, я забыл. Ты забыл. И как ты хочешь вот сейчас победить, если ты не тренировался? Я тебя выиграю. Это я тебя сейчас выиграю, выиграет он меня. Су, опять. Я уже смотрел, как ты стреляешь, ты даже не поднимаешь этот, ну, бошку, ты просто вот как-то вот так на одном, да, стреляешь. Пью, о, вот похуй. Да, типа того. А я пытался все время, знаешь, такую руку такую поднимаю, такую хлоп-хлоп. Это, знаешь, у меня, я до сих пор магазин не вставил. А, до сих пор. А почему такая проблемка у тебя, Жека, возникла? А я вроде вставляю, но он не вставляется. А. Та же самая проблема с прошлой серии. Жека, ты, может, проблема как раз таки в тебе, а не в автомате? О, вставил. Вставил? Да, так что не надо. Я так и не понял про этот затвор. Это выше курка? Стреляй. Не, давай ты... Не, так нельзя. Давай ты будешь поднимать. У меня патронов нет, у Жека нет патронов. Всё, я проиграл. Магазин вылетел! Ты не туда нажал? Не туда, не выше курка, а выше и левее курка. Да я тебе... Да, ну блин, Эдисон! Я не понимаю, как этим флешом пользоваться. Жека, вот в армию тебя не возьмут, честно. Да такого тебя в армию не возьмут. Да и в сраку эту армию, честно тебе скажу. А, то есть в сраку эту армию. Да. А что ты будешь делать, если завтра к нам военком в дверь постучится, а? А ты не умеешь стрелять? Я его... Возьму кирку и алмазную. И чё, предложишь ему алмаз? Опа. Нет, я его просто захреначу киркой алмазной. Да, ты мне магазин выбросил со стола. Я? Да. Видишь, как валяется? Ты по магазину попал, и его... А, всё, ёхады и баба. Жека. Ну всё нормально, у меня теперь минус один магазин. У меня тоже минус один магазин. Зашибись просто. Я не стрелял ни разу. Да это ты меня путаешь просто, понимаешь? Ну да. Я у тебя спрашиваю совета, как тебя убить, а ты мне не можешь сказать. Вдруг называется. Как тебя убить? Ты меня не говоришь. Да, ага, все понятно. То есть я тебе не отвечаю, как меня убить, да? Да. Вот ты меня спрашиваешь, как меня убить, я тебе скажу. Как? Вот скажи мне сейчас. Берешь и стреляешь. По мне. Как этот сраный автомат взять руку? Да всё, я... Ни хрена себе, это было близко. Всё, джи-джи, всё, ГГ, всё, я сдаюсь, у меня нету патронов больше, всё. Ты мне попал прямо по автомату, ты понимаешь? Прямо по автомату?
да. Держи, Жека, фак, убить соси кирпич, у меня нету больше вот этого, у меня патронов больше нету, что делать? На, я тебе сейчас пальцами захренать, ты только подойди сюда, Жека. Да я с удовольствием, я тебе уже говорил. Жека, я не могу встать до сих пор в магазин, ты понимаешь? Жека, у меня сиськи волосатые. Бывает такое, да. Я очень сексуальный, у меня одна пуговица расстегнута. Я очень сексуальный, мужчина, понимаешь? Я без магазина, я без патронов, что делать? Не стреляйте, пожалуйста. Тебе нужен магазин? Да, мне нужен. Я вижу, да, вижу, что-то вижу, погоди. Да. Сейчас, как его? Летит! Смотри, как ты далеко бросил! А может еще тебе бросить? А ну давай попробуем, может я его смогу ставить. Нет, у меня только один остался, Ну давай, я тогда подожду, пока ты зарядишь. Ты стреляй, когда будешь готов уже. Нет! Стой! Ай-яй-яй-яй-яй! Чуть не упал, Жека! Ой. Жека просрал свой единственный шанс на победу. Бросай меня, магаз, давай! В лицо бросай! А как рожать? Ага, все. Как рожать, я не знаю, девушек нужно спросить. Ну не получается, понимаешь? Ах, Жека, перезапускай эту шарманку. Чё-то в этот раз у меня не получилось тебя убить, Жека. Это печально. Да-да-да. Я неуловимый Жека. Мститель, да. Жека, для тебя хорошие новости очень. Ну, я уже вставил магаз. Ага, я скоро умру, ура. Почему? В прошлом раунде же ты не умер? Нет, дебил! Жека, я достал магаз случайно. Я не туда тыкнул, у меня выпал магаз. Это все за тебя. У меня вообще автомат падает. Ствол мой падает, не хочет стоять, понимаешь? Жека, тебе только 18 лет, почему такие проблемы у тебя уже? Ты о чем подумал? Я говорю про АК-47. Я тоже про АК-47 говорю, про что? А ты про что подумал? Я-то ни про что не подумал, ты просто так сказал, типа... Нет, ты мне только что заявил то, что у тебя проблемы, у тебя ствол не стоит. Ствол АК-47? Ну, ствол не стоит, ну типа... У меня все прекрасно стоит, прям сейчас. Я тоже. Ну да, прям сейчас. То есть у тебя проблемы есть с этим, да? Какие проблемы? Ну то, что у тебя стоит. Да она твоя такая кокаса, кулака, чича. Fuck you, bitch! GG! Ты готов? Я же 5 игрался, готов? Давай, последний раунд, Жека. У тебя последняя возможность. Жека, в следующей серии у тебя также будет возможность, только там нас уже больше будет. Я буду убивать вот этого чувака, который будет. Который с нами? Ну ты не знаешь, да, кто это будет, это секрет. Я не знаю, я просто предположил, типа, что это будет какой-то чувак. Вот, и я его буду убивать. Да, это будет чувак. Почему? Не важно, кто это будет, я буду его убивать. А почему чувак? Может чувиха? А, ну может чувиха. Да. А на нее у тебя будет автомат работать? Да, я вообще всех убиваю. Убийца. То есть на нее у тебя автомат АК все будет нормально там, да, работать там. Вот эти передергивания, все нормально, типа, ну, я в том смысле, то, что ее убивать не будешь, она же девушка. Не, я буду ее убивать, я всех буду убивать, я убийца. Так, смотри, как это делается. Берем левую руку, пальчиком, опа, опускаем, потом берем затвор, потом. Опа! И я все сделал за одну секунду, Жека. Сейчас берем, настраиваем калаш, там его в нужное положение. А ты прям пальчиком это делаешь? Да, прям пальчиком. Ну, знаешь, пальчик у тебя рабочий, ну то есть, ну, нужно его. Ну и что я тебе буду учить, Жека? Ты что, пальчиком никогда не делал? Подожди, не понимаю. Ну, пальчиком. Пальчиком, так. Да, пальчиком. Там что не опускается? А за какую нужно дергать? За нижнюю часть этой штуки или за верхнюю? Короче, которая короткая или которая. Которая короткая или которая такая широкая? Я не понимаю, что ты ржешь, я не могу как играть в эту игру. Че ты как ребенок? Ты что, не знаешь, за что там дергать нужно? Давай, тише будет своими. Все, я не знаю. Не понимаю, за что нужно дергать.
Дергать им там за что-то. Господи, господи, Жека, всему тебя нужно учить. Ой, да я думаю, естественно, я с оружием в руке никогда в жизни не держал. В смысле, 18 лет ни разу в жизни не держал в руке? Ну я и держал, он там мне все уже передергивали, я уже просто пиу-пиу делал. Ты дебил, честно тебе скажу. Почему оно не опускается, я не понимаю. А, прям настолько так стоит, что не опускается? Да. Ник, ну что ж ты? Да иди в жопу, я и так не передачи. Двигаем руками, танцуй локтями, все танцуют локтями, Жек. Я не понимаю, все мне грустно, я не могу затвор передернуть. Научишься, Жека, рано или поздно ты найдешь в своей жизни сенсея, который будет вместо тебя передергивать. Ладно, ладно. Я предлагаю на этом честно уже закончить. Пошел ты в сраку. Я предлагаю поставить вам лайкусики. Вот ты на меня смотришь, ставь лайкусик, если хочешь, чтобы мы в следующей серии втроем затвор передергивали на калашах и стреляли друг друга. Вот, поэтому если наберем много лайков, я обещаю то, что следующая серия выйдет как можно скорее. Лайк, ставьте лайк! Подожди, я не вижу. Да, что-то там ты показываешь. Я не знаю, лайк. Что там показываешь. Это лайк. Это лайк. Ставьте лайк, ставьте лайк! И подписывайтесь на канал обязательно. И спасибо всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.